Привет! Анонс сегодняшнего круглого стола в 3 часа. Алексей, привет! Как ваши дела? Пишите, звоните, приходите. Я в офисе на Литейном 26. Переезжает в новый офис на Басковом 2. Где да, это знак, очень знаковое место в русском доме, только что построенном, новом, роскошном. Огромный офис. Всем привет. Мария, Сергей, Жанна, Марина, привет. Как ваше утро? Сегодня у нас чудесно. Нет солнца. В Питере нет солнца, это хорошо. Мой сын младший очень любит Питер, никуда не хочет из него уезжать. Говорит, идеальная погода, почти нет солнца. Так что на вкус и цвет товарищей нет. И привет. Ну что, в 3 часа я расскажу о глобализации. Потому что Китай это слишком узко. Узко стало, что просто невозможно, даже для меня. Вот, поэтому будем расширяться, будем смотреть и работать со всеми нами. И будем узнавать, какие вас интересуют приоритеты. Что у вас на сегодняшний день важного. Как мы можем быть полезны друг другу, помогать друг другу. Мы же вместе. Вместе. Жду вас 3 часа. Всем хорошего дня. Всех люблю.